Праздник «Живи традиция» снова объединил представителей разных национальностей. Ежегодное мероприятие прошло на базе Центра арктического туризма с целью поддержки и популяризации традиционной культуры народов, проживающих на территории Ненецкого округа. В программе мероприятия игровые, этнографические и краеведческие площадки, работали сувенирная лавка и кухни национальных блюд. Гости смогли покататься на лошадях, посетить сферический кинотеатр, веревочный парк и приняли участие в мастер-классах по народной культуре. На площадке Коми культуры предлагали изготовить циновку. Длина веток составляла до 1,5 метра. Клали на землю с одной стороны и с другой стороны циновку. Поверх нижней циновки ложили еще циновку, изготавливали ее из травы. Ложили сверху, поперек. И только после этого можно было жить шкурой и на них уже спать. Для гостей праздника подготовили многочисленные игры и викторины о Ненецком округе. Например, участникам предлагали ответить на вопрос, как пить чай в прикуску или в накладку. Я вам предлагаю попить его в прикуску. В прикуску, ну это значит, чем-нибудь что? Есть. А что? Ну что-нибудь. Нет, не именно, а именно. Сахар? Конечно, ты берешь сахар. Бери сахар. Вот тебе чай. Сахар. И что ты делаешь, раз ты прикусываешь? Откусываешь и допиваешь. Молодец, ответила и чай. Так, дальше. В накладку. Да. С чем-нибудь, да? Вот я другой предлагаю, давай в накладку. Накладку. Попьем в накладку. Это как? Накладку. Бери сахар. Хорошо. Зрители смогли не только интересно провести время на свежем воздухе, но и приняли участие в различных соревнованиях. Праздник украсили выступления творческих коллективов и исполнителей этнокультурного центра. Свои таланты представили представители народов Суоми из Мурманска и Норвегии. Yeah.